Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Flutter, и мы сегодня будем делать реакцию на видео, которое недавно вышло. Это бронепони на острове, да. И суть в том, что я сейчас хоть и переделываю что-то в дипломные, то, что мне сказали, я понимаю, что люди не отстанут от меня по поводу реакции, и им надо именно сейчас. Не надо там завтра, послезавтра, когда я уже сдам диплом, надо сейчас, они этого не понимают. Что ж, давайте-ка начнем. Я очень ждал новую серию, потому что, окей, Алекстон на самолете. Бронепони на острове. Блять, сука. Я же говорил, что взрывать в самолете динамит хуйня идея. Я откуда знал? Мне ни никто не говорил, что нельзя так. Вылезай, ну, давай, конечно. Встал на выходе. Все живы? Буханка, ты опять по-любому накосячил. Это фискейк. А чё я-то сразу? Уликс, это ты с управлением не справился. Все, мы упали, давайте мыслить адекватно. Адекватно будет долететь только на своих крыльях. Ты охуел, а нам с фискейком как прикажешь пешком топать. Похоже, мы все не сможем выбраться отсюда. Мой навигатор показывает, что ближайшая суша в 1,5 миллиарда километров отсюда. То есть мы на острове. Многовато. И даже пегасы не долетят своим ходом. На облаках отдохнем. Облаков может не быть. Мы упали на остров на самолете. Я видел кино, которое начиналось точно так же. И чё, блять, выжили только двое? Вот мы и выживем вдвоем с Уликсом, а вы все подохнете, пидорасы ебаные. Окей. Сука. Смотрите, тут какой-то бомж на острове. What the fuck? Это не бомж, это скиф. Добрейший вечерочек. Скиф, как ты оказался здесь, блин, на острове? Ну типа помнишь, я полетел в магазин и не вернулся? Окей. Ну вот я летел и... Ну да, ты можешь. На острове же нет дошиков, чем ты питаешься? Бананы, кокосы, рыба, не мясо. Я один заметил, что скиф стоит на люке. Колодец ебаный какой-то. Вообще-то это бункер. Ты заходил туда? Мне что, хуй его открывать? Там по-любому что-то есть, ебись я нахуй. Блин, это точная пародия на скифа, серьезно. Я узнаю, что там. Бля, стой, меня подожди. Буханка. И все чисто туда. А скиф остался ждать, окей. Ого, нихуя себе бункер под островом. Смотрите надписи, сколько на стенах. Это, наверное, строители. Здесь всего один компьютер. И кнопка на нем всего одна. Надо нажать. Буханка, нет. Игра. Внимание, уничтожение острова. Внимание, уничтожение острова. Нам пиздец? Да. Стойте, здесь есть подводная лодка. Мы сможем спастись. Скиф, быстрее на лодку. Что, бесплатная лодка? Остров ебанет. Это чё было? Буханка, остров немножко бомбанул. Немножко. Да сука, заебали вы меня во всем винить, пидорасы. Я вообще, блядь, вреда не приношу. Гандоны ебучие, сука, блядь, ебать. Окей. Достаточно забавно получилось, на самом-то деле. Серьезно. Еще и впервые? Впервые сделали скифа, что вообще круто. Он частенько был недоволен тем, что его никогда, просто-напросто никогда его не экранизируют ни в каком-либо виде, ни в анимации. Ну, теперь пусть будет в образе черты радуги. Огромное ему за это спасибо. Что ж, всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Flutter. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх. И всем пока. Да, и подписывайтесь на черту. Не забудьте.